Третий день в Кирове проходит соревнование по баскетболу. Именно у нас в первой спортшколе проводят зональный этап первенства России. Его участники – молодые люди 15 лет из 5 регионов страны. Среди них – Нижегородская, Самарская, Кировская области, город Москва и Пермский край. Кто из них ведет по итогам первых игр, расскажем далее. Тренер пермской команды Владимир Шарцев не узнает своих ребят. Он тренирует их уже 6 лет. И с каждыми соревнованиями они все выносливее, сильнее, техничнее, замечает тренер. Вот и сегодня ведут в счете. У ребят идет переход от детского баскетбола во взрослый. То есть совсем другие эмоции, совсем другая игра. Ребята почувствовали, что они обрастают мышцами, так сказать, появляется мощь. И, естественно, меняется игра. Что меняется игра, чувствуют и сами игроки. Им по 15 лет. Это ученики 9 класса. Ребята отдают баскетболу по 2 часа, 6 дней в неделю. И многие из них не думают расставаться с ним вовсе. Для начала в Суперлиге, потом выше куда-то подняться. У нас есть в городе Парма команда баскетбольная, новый перспективный клуб, который в основном играет игроками, которые доморощены из Люшор Олимпийц, с которым мы занимаемся. По итогам первых игр этого зонального отбора ведет как раз команда Владимира Шарцева из Пермского края. За игрой баскетболистов наблюдают судьи из 4 различных городов, от Ухты до Питера. Однако никто из них заранее говорить о лидерах соревнований не берется. Все игроки очень сильные. Еще 3 дня соревнований, тут могут быть всякие изменения в таблице. Ну и уровень команд примерно равный у всех команд. И могут быть любые неожиданности в течение этих соревнований. Так что мы готовы ко всему сейчас. В итоге победителя отборочных игр ждет выход на первенство России, которое пройдет в январе-феврале будущего года. Однако попасть на российские соревнования имеют шансы и команды со вторым-третьим местом. 4 сборные дополнительно будут включены в список участников в ноябре. В итоге на федеральном уровне силами померяются 16 команд со всей страны. Елена Чехомова, Алексей Юферев, Бюро новостей «Давича».